Итоги конституционного референдума в Италии, как и ожидалось, удерживают инвесторов от рекапитализации банков. Старейший в мире Монте Дей Паски де Сьена, занимающий в итальянском банковском секторе третье место по размеру активов, по требованию ЕЦБ должен до конца года провести декапитализацию на сумму в 5 миллиардов евро. Агентство Рейтер со ссылкой на неназванные источники сообщает, что готов указ о спасении банка за счет государственных средств. Аналитик Кейтлин Брукс говорит: да, существуют большие риски для банков. Это прежде всего Монте Дей Паски. Мы также будем следить за банком Юникредит. Думаю, что итальянские и европейские власти избегут коллапса итальянских банков, потому что он сможет обрушить весь европейский банковский сектор. На балансе 8 проблемных банков Италии лежит 360 миллиардов евро неплатежеспособных кредитов, в том числе 200 миллиардов евро безнадежных суд. Долг итальянского центробанка перед ЕЦБ составил уже 354 миллиарда евро. Максимальный уровень среди стран еврозоны.